интересные факты о породе чихуахуа. Чихуахуа – это самая маленькая порода в мире. Она даже меньше, чем кошка. Вес взрослой собаки составляет 1,5-3 килограмма, а высота в холке – 18-23 сантиметра. Кстати, помимо этого, она еще и одна из самых популярных пород. Эти собаки были названы в честь крупнейшего мексиканского штата Чихуахуа, где в 1850 году была впервые замечена. Долгое время порода имела другие неофициальные названия. Только в 1028 году ее официально зарегистрировали под привычным нам названием. Чихуахуа живут дольше, чем другие породы собак. В среднем чихуахуа живут 15-20 лет, значительно дольше, чем средние и крупные породы. Это связано с тем, что эти маленькие собаки более устойчивы к разным болезням. Также чихуахуа обладают очень богатой палитрой окрасов. Насчитывается более 100 окрасов и цветовых комбинаций, например, белоснежный самый редкий. Пишите в комментариях, про какую породу собак вы бы хотели услышать факты.